Давайте больше петь. Вы все больше веселимся. Давайте петь. 3, 2. Я стою на алтаре, Боже, милостиво будь мне грешному. Я стою, как мы. Вначале мне было, конечно, непривычно, а сейчас мне очень нравится, как они поют. То, как мы сочетаемся в этом хоре, это не сложение, а умножение, причем в геометрической прогрессии. Большая ответственность петь в таком хоре, но я надеюсь, что получится. Если стараться, то, я думаю, все получится. Монастырский хор – это тот хор, наверное, который как-то внутренне преображает человека. Регин стал монахиней, люди причащаются, и для людей это уже, наверное, не просто пение или работа. Это и труд, это и красота. Мы все одно целое, это так здорово. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Мне вот это важно, чтобы был хор верующих людей. Это вообще самое важное.